Всем привет! Меня зовут Виктория Потапенко. Вы смотрите рубрику «Слово админу». Прямо сейчас расскажу, что читали и обсуждали красноярцы на этой неделе. Медведь едва не разорвал троих грибников в Курагинском районе. Мужчин спасло то, что у них было с собой ружье. Ключевая ставка 12%. Что изменится после повышения и какие в этом есть плюсы? Да, оказывается, даже в этой ситуации есть свои преимущества. Почти 1000 жителей Красноярского края подхватили паразитов от рыб с начала года. Главный источник заражения – река Чулым и ее притоки, рассказали в Роспотребнадзоре. Дом за репост оказался обманом. Аккаунт, который в одной из запрещенных соцсетей предлагал бесплатное жилье, удалили. Условий якобы розыгрыша было три – репост, подписка и покупка курса за 25 рублей. Но теперь у тех, кто приобрел этот курс, стали списывать деньги с карт. Об этом рассказала красноярка Евгения Шутова. Ну, я захожу в свой банк и смотрю, действительно ночью из моего счета, с моей карты точнее, было списано 1000 рублей. Та-да-да-дам. В общем, я еду перевыпускать карту, только так я могу обезопасить себя, потому что дальнейшие списания тоже могут быть. Настоящее крысиное логово снял на видео красноярец. Грызуны обосновались в одном из дворов неподалеку от Красной площади. Комментарии автора ролика бесценны. Это вообще что такое? Это сколько их здесь? Это вообще, это вот только те, кто разбегается, сбежали. Разбежало их уже, блин. Капец, сколько мышей. Бурное обсуждение вызвал автомобилист, который не пропустил скорую на Красноярском рабочем. Машины остановились перед пешеходным переходом, водитель скорой включил сирену, но автомобилист оставался на месте. Красноярцы встали на сторону водителя легковушки. Во-первых, в этот момент там шли пешеходы. Во-вторых, был риск получить штраф за нарушение стоп-линии. Другая же часть комментаторов считает, что скорую нужно было пропустить в любом случае. Мальчик забрал цаплю с пруда на улице Мужества. Жители двора рассказали, скульптуру установили сами для красоты. А судя по видео, родители мальчика были не против этого похищения. Кстати, после огласки цаплю вернули на место. И теперь она снова радует жителей двора. Это был обзор всего того, что читали и обсуждали красноярцы на этой неделе. Мы есть во всех соцсетях, но если хотите узнавать новости самыми первыми, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь есть QR-код, переходите по нему. И помните, что ТВК – это не только ТВ.